как вам? Ожидали услышать в Тенахсе в Кабельпорта «Продиджи» на балалайках или хиты Стинга на домре? «Бисквит» — это музыкальный эксперимент семи виртуозов, исполняющих известные произведения разных жанров в уникальных аранжировках. Поражает даже то, как музыканты используют свои традиционные инструменты. В выступлении это уже не в первый раз приняла участие солистка Мариинского театра, на этот раз примерив на себя образ дивы Плава Лагуны из культового боевика Люка Бессона. За популяризацию народных инструментов в таком ключе команда получила звание «Посол русской культуры в мире» и побывала с турне, пожалуй, во всех уголках планеты. К каждой стране, к каждому городу свой подход. В арсенале «Бисквита» более 300 аранжировок из мировой классики, русской народной музыки, танго, джаза, попа. И еще не было таких композиций, признаются артисты, которые им бы не поддались. Наши русские национальные инструменты, они как вот струны души. И вот этот генетический код, он как бы от него никуда не деться. И нам люди всегда отвечают взаимностью. И вот именно это говорит нам о том, что народные инструменты, они вот эту как раз, вот этот колорит и добавляют. Вот это новое, свежее такое дыхание придают вот там известнейшим хитам мировым.